Приветствую, ребят! И вот она, наконец-то, новая коллекция, последняя североамериканская игроков, которые многие из нас так ждали. МакДэвид 99, Мэтьюс 98, МакКиннон, Мэтью Ткачук, Фокс, Ебердо. Вот она, наконец-то. Сразу можно... Давайте начнем сначала. Пак. Рулетка. 175 тысяч, кстати, нормально. Ниже, чем европейцы. Халявы никакой опять нет. Так, самое главное, вот я откладывал на этой неделе вот этих игроков, где они, чтобы поменять коллекционки, будут ли... Да, вот они. Да, можно поменять вот эти коллекционки. Я всю неделю откладывал, чтобы их поменять. Так что можно. Команда недели и Prime Time. Меняем коллекционки на... На коллекционные... На... Сейчас соберусь с мыслями. Меняем команду недели, игроков команды недели и игроков Prime Time на... Power Up Collectible. Коллекционные предметы. Значит, у нас теперь Young Stars есть. Команда сезона Северной Америки и Европы. Посмотрим сначала в объявлениях, в официальных. Так, это мы уже посмотрели. Давайте полностью. МакДэвид 99. Боюсь посмотреть, сколько он будет стоить. Фокси Бердо. Кейл Макар 95. Отлично. Карлсон. Дженни Гордо, Миллер, Роберсон, Джари, Коннор, Кадри, Эбглад, Тейс, Таус, Гросс, Грейбер, Кемпер, Стэмпка, своего любимого вами Стэмпка, Скрейдер. Он вообще выстрелил в этом году. Чуть ли там не второй в списке снайперов идет после МакДэвида, по-моему, или Мэтьюса. Так, ну это уже европейские звезды. Да, ну давайте посмотрим, что у нас. Так, это я поменял. Наверное, будет апгрейд Кейл Макара, Мэтьюса. Так, вот здесь в чем разница. Так, это я в коллекционку зашел. Вот Северная Америка. Так, 26. Нормальная цена. Я думал, дороже будет стоить. Ну, понятно. Коннор Тотс. Будет ли для обычных людей? Коннор. Да, и вот. Нет, это Мэтьюс. А где же Коннор для обычных людей? Да, только рулетка, ребят. Ну, ладно. Так, Костин Мэтьюс. Кстати, вот 91-й можно поменять. 91-го. А я знаю, где его сделать. На 56. Коллекционок X-Factor, он у меня есть. Можно поменять на одну коллекционку. Fox. Так, этого у меня нет. Этого у меня тоже нет. Тут у меня 94-й Fox. Неужели я 94-го Fox не могу поменять? Так, этот Кейл Макар. Тоже у меня нет, но вы его можете собрать. Вот этот Кейл Макар я подготовился, ребят. Сейчас при вас его поменяю. Вот я подготовился. Но, конечно, я не смогу Мэтьюса поменять. У меня коллекционок не хватит. Но пусть будет хотя бы Макар. На Мэтьюса мне так не хватит. Там, чтобы нам... Вот у меня 6 пауэрап или 9 пауэрап коллектаблс. Ну, еще, допустим, 9 будет 18. А тут нужно 5 плюс 6 11 плюс 8 19. 31 коллекционный предмет. Ребят, где я его возьму? Они там с ума посходили своими... Правильно. А вот Кейл Макарчика могу спокойно поменять. Сколько? 5 коллекционочек всего лишь. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Я вот к этому я подготовился. Я ожидал, что будет у него примерно... Так, надо его убрать. Ожидал, что Кейл Макара будет примерно одно поднятие. Да, с 94 до 95 он увеличился.
Так, это. И давайте сейчас тогда крутанем рулетку, раз мы сюда пришли, и возьмем Кейл Макара. Почему же не сделали, что, например, 60 коллекционок и МакДэвид? Почему я должен... Жалко, без МакДэвида остался. Я вот рассчитывал на него вообще. Так. Давайте еще покрутим, кто там. Карлсон, Натан МакКиннон, Мэтью Ткачук, Либердо, Кайл Коннор, Стивен Стэмкос. Делаем Кейл Макар. Все, у нас Team of the Season, тир 99 дорастет. Он там все рекорды бьет в этом году, но должны 99-ю карточку дать. То есть у нас уже парочку 99-х в составе будет. И вот он, смотрим по 3 синергии. Что у него тут с хит-сикер, tape-to-tape. Клюшку всего лишь за 2 касания будет поднимать элитные углы. Они 8 стоили, а тут 4 в одно касание. Если вратарь закрыт, дополнительная точность. Скорость 97. Ну, вообще классная карточка. Ну и сейчас с этими синергиями, конечно, у него все будет под 99. Все, добавляем в состав. Возвращаем, точнее, в состав. Я, конечно, ждал еще, чтобы кто-нибудь типа Тейлор Халл, может быть, или Ларкин выйдет. Кейн, может быть, знаете, чтобы апгрейд его сделать там за парочку коллекционок. Ну, я думаю, что они еще выйдут на неделю. Неделя большая, я думаю, что они еще выйдут. Да, вот. Добро пожаловать в состав Кейл Макар. Все, ребят, а в следующем видео давайте крутанем рулетку ТОЦ, присоединяйтесь. Да, кстати, что там у нас еще с заданиями? Ну, All Star Challenges, ну, тут много наборов, играйте, тут интересно, премиум, Prime Pack, точнее, Points Leader Pack, за, ну, потратите полчаса времени, получите интересные наборчики. Здесь мини, забьете 12 голов, мини... набор игроков. Все, давайте увидимся в следующем видео. Да, кстати, вот посмотрим еще. Здесь ничего не обновилось. В следующем видео присоединяйтесь. Будем крутить рулетку. Пока-пока. Удачи всем. Пока.